Мы подготовили несколько свидетелей, несколько ходатайств. И если эти ходатайства приобщат или согласятся приобщить дело, они будут озвучены. Если не согласятся их приобщать, то мы будем их как-то зачитывать от своего имени. Это несколько ходатайств. Я имею в виду альтернативный перевод самой важной части моего выступления, потому что выступление было на крымско-татарском. И, ну, откровенно говоря, был очень недобросовестный, некачественный перевод. Еще туда добавили некоторые слова и сфабриковали уголовное дело. Мы сейчас подготовили альтернативный перевод вот той части, откуда были выдернуты эти фразы, и доказываем, что некоторые слова были добавлены. Это первое. Второе, у нас есть альтернативная экспертиза, которая сделана в Киеве. Не потому, что она сделана в Киеве, а потому, что она сделана более правильно и более качественно.